Всем привет, меня зовут Джанар, это видеомастер-класс по вязанию маленькой сумочки клатч из трикотажной пряжи. Вот такую сумку мы свяжем на этом мастер-классе. Для вязания сумочки нам понадобится один моточек трикотажной пряжи алтын. У меня это цвет марсала, крючок номер 6 и фурнитура для сумочки. Для начала нужно распустить пряжу из мотка и хорошенько растянуть. Оставьте кончик нити 5 см. Наберите цепочку 33 воздушные петли. Готово, мы набрали 33 воздушные петельки. Теперь вяжем первый ряд. Для вязания первого ряда первую петельку пропускаем, вводим крючок во вторую петлю за полупетлю и вяжем столбик без накида. Продолжаем вязание до конца ряда, всего 31 столбик без накида. Готово, мы связали 31 столбик без накида. У нас осталась еще одна петля. В нее мы вяжем 3 столбика без накида. Переходим на другую сторону и вяжем 31 столбик без накида по второй стороне. Мы закончили первый ряд. Всего должно получиться 65 петель. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Вяжем второй ряд. Вначале провязываем 31 столбик без накида, крючок вводим за дальнюю полупетлю. Закончили, теперь вяжем прибавки. Вяжем по 2 столбика без накида 3 раза подряд. Остается еще 31 столбик без накида до конца ряда. Закончили второй ряд, всего должно получиться 68 петель. Вяжем третий ряд. В третьем ряду 31 столбик без накида до середины. Закончили. Теперь делаем прибавки. Вначале провязываем 2 столбика без накида. Затем чередуем 1 столбик без накида, 2 в 1, 1, 2 в 1.
и еще 32 столбика без накида до конца ряда. Закончили третий ряд, всего 71 петля. Вяжем четвертый ряд. От начала ряда провязываем 31 петлю. Закончили. Делаем прибавки. Двойная петля. Далее повторяем 2 раза. 2 одинарные, двойная. И остается еще 33 петельки до конца ряда. Закончили четвертый ряд, всего 74 петли. Вяжем пятый ряд. От начала ряда провязываем 31 столбик без накида. Далее делаем прибавки. Сначала вяжем двойную петлю. И далее повторяем 2 раза комбинацию 3 одинарные, двойная. Осталось провязать 34 столбика без накида до конца ряда. Закончили пятый ряд. Всего 77 петель. Вяжем шестой ряд. От начала ряда 31 столбик без накида. Делаем прибавки. Вначале 2 петли в одну. Затем 2 раза провязываем комбинацию 4 одинарные, 1 двойная. И остается еще 35 петель до конца ряда. Закончили шестой ряд, всего 80 петель. Вяжем седьмой ряд, 31 столбик без накида от начала ряда. Теперь сделаем прибавки. Провязываем 2 в 1. И затем чередуем 2 раза, 5 одинарных, 1 двойная. Теперь вяжем до конца ряда 36 столбиков без накида. Закончили седьмой ряд, всего 83 петли. Вяжем восьмой ряд. От начала ряда 31 столбик без накида. Теперь делаем прибавки. 2 петли в одну. И теперь чередуем 6 одинарных, 1 двойная. 2 раза.
Остается до конца ряда еще 37 петель. Заканчиваем восьмой ряд. Всего 86 петель. Вяжем девятый ряд. 31 петля. Делаем прибавки 2 в 1. И затем чередуем комбинацию 7 одинарных, 1 двойная, 2 раза. Остается еще 38 столбиков без накида до конца ряда. Заканчиваем девятый ряд, всего 89 петель. Вяжем десятый ряд, в начале 31 столбик без накида, затем делаем прибавки 2 в 1. И затем комбинация 8 одинарных, 1 двойная, 2 раза. И еще 39 петель до конца ряда. Заканчиваем 10 ряд, всего 92 петли. Вяжем 11 ряд, провязываем 31 петлю. Далее делаем прибавки 2 в 1. И затем повторяем комбинацию 9 одинарных, 1 двойная, 2 раза. И еще остается до конца ряда 40 петель. Закончили 11 ряд, всего 95 петель. Давайте измерим. Деталь получается 45 на 21 сантиметр. Не отрезайте нить, отложите деталь в сторону. Возьмите нитку из середины клубка, хорошенько растяните ее и будем вязать боковые детали. Оставьте кончик нити 5 сантиметров, наберите 5 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Первую петельку пропускаем. Начиная со второй петли до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. Поднимите кончик нити, чтобы спрятать его внутри петелек следующего ряда. И сделайте одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Вяжем второй ряд. Делаем прибавку 2 в 1.
затем 2 столбика без накида и в последнюю петлю 2 в 1. Итого получается 6 петель. Далее вяжем без прибавок с 3 по 7 ряд по 6 петель в каждом ряду. 8 ряд. Делаем убавку, 1 петельку из 2, затем 2 одинарные и на последние 2 петли делаем убавку, 1 петельку из 2. Итого 4 петельки. В 9 ряду мы вяжем 4 столбика без накида. Вяжем 10 ряд. Делаем подряд 2 убавки. Одиннадцатый ряд вяжем без убавок, 2 столбика без накида. И последний 12 ряд делаем 1 убавку. Получается 12 рядов. Кончик нити отрежьте и спрячьте его внутри петель. Затем свяжите вторую такую же боковую деталь. Пришиваем боковые детали к сумке. Введите крючок в открытую петлю на сумке. Сделайте 1 воздушную петельку. И затем начинаем пришивать. Вводим крючок в петли, которые относятся к каждому ряду на боковой детали. И последовательно в петли на сумке. Провязываем столбиками без накида. Всего используем 28 петель. Закончили, связали 28 петелек, 12, 12 и 4. Далее провязываем 5 столбиков без накида до прибавок. Затем делаем прибавки 2 в 1 и комбинация 11 одинарных. 1 двойная, 2 раза.
Затем провязываем еще 11 петель до пришивания следующей боковинки. Пришиваем вторую боковинку тоже на 28 петель. 12, 4 и 12. Пришили вторую боковинку. Теперь нужно сделать обвязку края. Сделайте одну воздушную петельку и затем вяжите соединительными столбиками за последние петельки в каждом ряду. Отрежьте кончик нити и закройте последнюю петельку. Далее нам нужно установить фурнитуру на сумку. Итак, наша сумочка готова. Давайте измерим ее. По размеру она получается длиной 22 сантиметра, высотой 16 сантиметров. Также для вязания этой сумочки вы можете использовать не только трикотажную пряжу, но и любую другую пряжу, подходящую по толщине, и менять размер в зависимости от ваших предпочтений. Если вам был полезен этот видеомастер-класс, напишите в комментариях любой смайлик, мне будет очень приятно.
Также, если у вас остались какие-нибудь вопросы, напишите мне в комментариях. Желаю вам приятного вязания, делитесь вашими работами в Инстаграме, отмечайте мой аккаунт nitka.kz. Всего хорошего!